Общинского совета, долгое время возглавлял железные дороги. Вот после него поезда стали ходить в Сороку, все заметили. Значит, он сегодня выступит с докладом. У лекции, наверное, в таком полном объеме не получится. Значит, Владимир Иванович сообщит и тему доклада, и потом можно будет задать вопросы. Иванович, пожалуйста. Спасибо. Добавить еще на другое. Да. Я тоже готов.